Доброго времени суток, видеообзор на XF на 128 гигов черного цвета. Дисплей в очень хорошем состоянии. Что не скажешь про заднюю крышку, она переклеена, причем переклеена ужасно, видны следы клея. А, и отсутствует стеклышко на камере. Также, соответственно, на самом телефоне справа снизу виднеются небольшие белые засветы, на работу которые никак не влияют. Проверим также сразу кнопки громкости, прибавления, уменьшения. Ну и бесшумный режим. Все отлично работает. Также к Wi-Fi в данный момент подключен. Функция TrueTone у него активно работает. Так, об устройстве. iPhone XR 128 гигов, SIM без ограничений. Любая SIM-карта на него подходит. Аккумулятор у него 89%. Ничего в данном телефоне не менялось. Также Face ID произведем настройку. Face ID отлично у него функционирует. Далее покажу то, что зарядка работает. Зарядку видит, к компьютеру подключается. Также видим то, что его заряжали всего 453 раза, 91% по программе TrueTools. Производство у него 14 февраля 2021 года. Подробный отчет, общий тест 100%. То есть ничего не менялось, все зелененькое. Так. Далее вставим сим-карту, покажу то, что сим-карта действительно функционирует. Пока сим-карта подключается, проверим быстро камера. Основная. Отсутствие стеклышка на линзе никак не влияет. И также фронтальная камера отлично работает. Раз, два, три, проверка. Проверим сразу микрофон и динамик. Работает. Аудиокодек проверим посредством диктофона. Также навигационная система, видим, исправно работает. Раз, два, один, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Видим, что аудиокодек у данного телефона не работает. Так, ну, сим-карта, соответственно, йоту поймал, LTE ловит, ну, сейчас 3G, сим-карту он видит. Так, ну, и есть чуть-чуть коцки по углам. Собственно, в данном телефоне переклеена задняя крышка, отсутствует стекло на камере, имеются засветы в нижней части экрана, некритичные, и... не работает аудиокодек.